Закарпатская область – рекордсмен по количеству мостов в стране. Большинство из них устали уже не меньше, чем Шулявский мост в Киеве. Планируют ли местные власти отремонтировать сооружение, которым уже больше 100 лет? Наша съемочная группа провела собственную ревизию. Давайте посмотрим. Аварийный мост для фур закрыт. Эти таблички и баннеры установили после того, как в прошлом году на Береговском мосту появились трещины. Сооружению бы отдохнуть, его построили еще в 1853 году с расчетом на лошадиные повозки. Но современным многотонным грузовикам ни возраст, ни установленные ограничения, ни помеха. Поліція ловить, але проблема в тому, що в принципі транспорту нема куди їхати, оскільки не існує об'їзної дороги. Місцеві водителі кажуть, кожен переїзд по мосту як лотерея, витримає или нет. Кожен раз заїжджаєш і боїшся, може під тобою, може під кимось, може звалитися. Там трещины. Жительница Берегова Елена тоже возмущается. Ежедневный поход за продуктами через аварийный мост превращается в квест. Відчувається так, дружить, що страшне. І машини їдуть, камйони все одно їдуть, піднімають цей шлагбаум зверху і проїжджають, хоч і переграждають їм дорогу все одно. Береговский мост не единственный аварийный в области. В сети есть видео еще одного раритета моста возле села Тересва на трассе Мукачево-Рогатин. Ему почти 100 лет. Он тоже аварийный. Неподалеку, буквально в 10 километрах, мост в селе Буштино. Тоже на ладан дышит. Фактически он непригодный до проезда через него. Параллельно стоит новый мост, который с десяток років не добудовывается. Если мосты в Буштине или Тересве выйдут из строя, транспортное сообщение на трассе государственного значения Мукачево-Рогатин будет приостановлено. Речка Терес, видите, вот этот мост, и видите, как дорога идет, тут же никуда не имеет ни объезда, ничего. Практически все дороги у нас идут вдоль речок. Дорожные службы не скрывают, больше половины закарпатских мостов нуждаются в ремонте. Работы не могут провести, мол, нет денег. Кожного року із загальної кількості фінансування на мости виділяють 5-6%. Міст – це дуже дорогостояща штучна споруда. І в експлуатаційному утриманні також. Потрібно набагато більше. І все ж в дорожній службі нас завірили, що гроші знайдуть. Готові навіть взяти кредит, щоб мост в Берегові відремонтувати вже в цьому році. В Буштині планують достраювати новий путепровод. А от що робити в Тересві, не знають. На будівництво нового моста необхідно 500 мільйонів гривень. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.